Всем добра! Не удалось мне достаточно долго покататься в свое время на Супер Халкате. Подарили его, немножко скатал боев и поставил в ангар. Другие были задачи. А тут что-то решил вспомнить. Не знаю с чего. Пантера, которая мне шот дала, слиняла. Тут П-43 засветился. Но тоже далеко уехал. Не в простреле. Чё делать? Стою, скучаю. Так, вот началась движуха. П-44 и Су-130 ПМ. Выстрелить нормально не удалось. Срикошетил. Тут еще Чито нарисовался. Есть один выстрел. Удалось дать. Второй. Блин, за камушек ушел. Ушел за рельеф. Су-130. Надо отсветиться и по нему постараться дать шот. Блайнд. Непонятно. Зашел, нет. А противник-то давит со всех сторон. И вылезать нельзя. Если Су-130 сейчас мне шот даст, все, считай, пропало. Чито снова подставился. Получил. А ой, блин. А противников-то здесь. Прут толпой. Надо валить. Надо валить, 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 валить. Но недалеко. Они сейчас подъедут, на вазика на нашего отвлекутся. И сбоку можно будет по ним пострелять. Пока я прятался, П-44 со спины заходит. Удастся по нему выстрелить? Да, должен, должен. Есть один. Даже забрать смогу. Успею. Свестись не успел, нацелиться не успел, но выстрел зашел. Мелочи, приятно. Так, смотрим, что дальше. Т-34-85. С горы там наших прогнали всех. Можно будет стоять здесь, отстреливать горку. И КВ. Получил шот. Т-34-85. Не светится. Су-100М1. Его если только на гуслю ставить. И КВ. Нужно забирать. Отлично. Т-34. Не уходи, родной. Есть. Успею? Нет, не успел. Су-100 тоже ушел за камушек. Ну-ка, есть! И на гуслю, и попал, и на гуслю. Смогу забрать? Нет, не получилось. Надо подсветить. Но тут кустов до хрена. Кустов до хрена, ничего не видно. Все слиняли. Т-288 пока настрелял. Счет 8-10 не в нашу пользу. Но шанс пока что есть. Супер Хеллкат. Собрат едет на вазика. Получил от вазика плюшку. Заберу. Не вылезает. Ладно, думаю, вазик там сам должен разбираться. А тут Т-34-85 нашу арту вырезает. Сначала П-43 заберем. Поехали за советской СТ-шкой. Отсветимся чуть-чуть. Из горочки. Ах ты, блин, Су-100М1. Прикрывает. Ладно, подождем за горочкой. Попробуем через кусты просветить. Су-100 светится. И есть. Хорошо зашло. ББшка, между прочим. Так, надо СТ-шку забрать. Вазик ко мне приехал. Пусть вазик с этой стороны. А я поеду снизу.
Надо окружить и забрать. Счет 11-11. Кажется, Вазик сам там справится. Не, не справляется. Помог пацану. 5 фрагов уже. 2600 урона. Осталось 3 противников. У меня еще осталось 2 ББшки. И даже под калибры не тратил. Надо с горки посмотреть. Су-130. О, арта, родимая. Не уезжай. Брат, постой. Так, 12-12. О, АМХ, может получится его забрать. Отлично. 6 фрагов. Надо арту развести на выстрел. Главное не высовываться. Так вот бочком, бочком. Поворачиваемся и отъезжаем, отъезжаем, пока корпус не покажется. Так, так, так. Вот тут где-то был, где-то мелькнул. Блин, камень сзади мешает. Вот он, вот он. Куда полетел снаряд? Мой фраг. Мой не дам. Не дам. Главное не подставиться. Подставился. Но удалось забрать его. 7 фрагов. 2900 урона. 7 фрагов. Мастер и куча всяких медалек. Такой очень получился динамичный бой. Пишите, что думаете. Жмите там чего-нибудь. И всем добра.